Автоматизация и роботизация – тренд современного развития мира. Все отрасли промышленности, от фармацевтической, пищевой до нефтехимической, развиваются и интенсифицируются благодаря внедрению новых достижений в области управления. Кафедра технической кибернетики и автоматики Ивановского государственного химико-технологического университета готовит бакалавров по трем актуальным направлениям. Автоматизация технологических процессов и производств, управление в технических системах, мехатроника и робототехника. После бакалавриата можно продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. Современная материально-техническая база кафедры и высококвалифицированный педагогический состав гарантируют глубокие и современные знания. 30% педагогического состава кафедры – доктора наук. Заканчивая направление кафедры, вы сможете зарабатывать в области автоматизации и управления, проектирования, исследования, производства и эксплуатации мехатронных и робототехнических систем. Вы сможете работать инженерами по автоматизации, инженерами АСУТП, проектировщиками систем управления, прибористами, создавать программное обеспечение систем управления, трудиться в научно-исследовательских организациях, разрабатывающих новые подходы к управлению техническими системами. Практики в ведущих организациях страны помогут вам убедиться в верности выбранного пути. Приглашаем вас также сделать первые шаги в научных исследованиях современных систем управления. Конференции, квесты, олимпиады ждут вашего участия и побед. Современный мир динамично развивается, и цифровизация входит во все области жизни человека. Если хотите быть востребованными и успешными, то увлекательный мир управления ждет вас на кафедре технической кибернетики и автоматики.